Они не просто умеют собирать кубик Рубика, делают это на перегонки. Харьковчанин Андрей Компанеец уже поставил 9 национальных рекордов. Кубик собирает за 10 секунд, но результатом недоволен. Мог быть лучше, тут все уже зависит от техники. Дома был лучше там менее 5 секунд. Спид-кубинг – это сбор кубика Рубика на скорость. У этого соревнования миллионы фанатов по всему миру. В Украине около 500 человек. Название увлечения переиначили. Себя называют с национальным колоритом – швыд-куберами. Игрушка, переходящая в разряд спортивных достижений. Александр Борисенко среди любителей кубика – личность легендарная. Это с него началось украинское швыд-куберство. Начал замечать, что у меня улучшается скорость реакции, там, скорость восприятия на цвета. Вот. И я вижу, что это помогает изменить личность, ну, в лучшую сторону, интеллектуальная способность, ну, составляющая интеллектуальных способностей человека. Все, дальше все поехало, я хочу это дарить людям. Для всех желающих мастер проводит мастер-класс. Принцип сборки делится на несколько этапов. Самый первый этап – это собрать один слой, ну, то есть послойно, допустим, белый. То есть, если центральный элемент белый, то все остальные элементы должны быть тоже белого. Научиться собирать самую популярную в мире головоломку можно за день. Иногда хватает и часа, уверяют швыд-куберы. Собрать кубик Рубика новичку совсем непросто. Лишь для того, чтобы пройти первый этап, и то под чутким руководством тренера, мне понадобилось 15 минут. Как действовать дальше, непонятно в принципе. Но, говорят, в интернете можно найти нужные схемы. Там же можно заказать и саму головоломку. Вот такая, профессиональная, стоит не меньше 150 гривен. В магазинах любительские, конечно, дешевле. А вот такой раритет не купить. Это оригинальный венгерский кубик 80-х годов прошлого века. Ну, это нечто. На самом деле. Лучшим на Харьковском чемпионате становится швыд-кубер из Хмельницкой области. Андрею Гончарову 14. Парень проявляет недюжинные способности в математике. Но на Олимпиаду, говорит, нет времени. Кубик прежде всего. Ну, хочется быть первым. Вот тренируюсь целыми днями. Вот пока лето, целыми днями сижу, тренируюсь. Снова померятся силами швыд-куберы планируют уже через пару месяцев. Какой город станет столицей швыд-куберства в следующий раз, пока не решили. Екатерина Морозова, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».